Всем привет, друзья! Пока ходил за скотчем, в голову прилетела идея для самоделки из остатка фанеры. И как всегда, начнем с разметки. Надо сделать так, чтобы получилось 6 кусков 8 на 11 см, 2 куска 8 на 32 и 1 32 на 13,5 см. Размечаю немного с запасом в 3 мм на толщину циркулярного диска. Я продолжу изготовление самоделки, а вам желаю приятного просмотра.
Вот получилась такая штука. А нужна она для аккуратного хранения различных липких лент, чтобы они были в одном месте, аккуратно сложены. При необходимости ленты можно отрывать по кусочкам, можно снять органайзер целиком, можно вытаскивать ленты поштучно. Я считаю такое решение наиболее удачным. А на этом на сегодня все. Получилось такое немного шуточное видео в начале. Кстати, оставьте комментарий, как вам такое вступление в видео. Если хорошо, то буду стараться делать такие вставки и в других своих видео. Также оставляйте комментарии насчет самой самоделки. Лично мне удобно. Все основные ленты в одном месте и не надо искать по всей мастерской. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока.